вы чего тут крутитесь? Кровавый барон о вас знает? Спешите. Спеть у него льдом бы не заправил. Ну, я детишек вчера по грибы послала. В лес! Одни! Интересно, от какой он двери? Хм. Они близнецы? Надо думать, это и есть брат старушки. Здесь когда-то жили. Долорес. Там что-то есть. Шкатулка?
А вот и ты. Что с моим домом? Там уже безопасно. Благодарю. Это место столько значит для меня. А ты, случайно, не находил шкатулки с моими сбережениями? Я видел ее. Это очень щедрая награда. Ты ее заслужил. Мне пора. Да хранят тебя боги. Пошла. О! А! Уродина. Надежное оружие. Покажи свои изделия.
Прощай. Дьявол, а я-то деда в лес за сухим хворостом послал. Чего? Вот дьявол, а я-то деда... Я ищу Неллина, охотника. Ты его нашел. Чего тебе? Я ведьмак насчет объявления. Когда ты последний раз видел жену? 5 дней назад, на рассвете. Я выходил на охоту, а она спала. Когда я вернулся, ее уже не было. Ты не заметил ничего подозрительного? Может, она странно себя вела? Нет. Она веселая была, улыбалась, как всегда. Она не сбежала, если ты об этом. Может, она отправилась в соседнюю деревню и забыла предупредить? Нет. Моя сестра никогда не пропадала так надолго. Вы пробовали ее искать? Мы спрашивали в деревне, но ее никто не видел. Должно быть, она вышла, когда все спали. А я сколько раз говорила, чтобы она одна не ходила. Никогда она меня не слушала. Мы с мужиками прочесали лес. И следа. Я посмотрю в лесу, может, вы что-то пропустили. Поспрашиваю еще людей. Она тут с кем-нибудь дружила? Ганя была, то есть она и есть. Скорее, скрытная. Иногда за детьми кузнеца приглядывала. А в деревне больше всего с Гленной сошлась, с женой мясника. Спасибо, попробую ее найти, но ничего не обещаю. Я-то деда в лес за сухим хворостом послал. А мечи у тебя, подожди, нержавеют? Здравствуй, ты Гляна? Я. У меня на продаже только хрящик и шпик. Но придется обождать, пока я все разделаю. Ты жена мясника? Сударь, да какой он там мясник? Ой, когда-то, когда мы еще под Новиградом жили, можно было и так сказать. А теперь он павшую скотину разделывает. Кости всегда на суп пригодятся. Ну, берете что-нибудь? На самом деле я хотел поговорить про Гану. Вы, кажется, дружили. Она заходила, бывало, поболтать. В последнее время у нее все было в порядке? Не знаешь, куда она могла пропасть? Да нет, она веселая была, как всегда. По-моему, так ее волки сожрали. Последнее время по ночам только и слышно, что волчий вой. Даже бароновые люди стали нам меньше докучать, потому как волков боятся. Она, небось, в лес зашла подальше. Ну, за грибами, может. Вот на нее зверюги и напали. Спасибо, будь здорова. Мечи у тебя под дождем. Не ржавели? Ну и меч.
Мой дядя тоже такие делает. Можно потрогать? Лучше не надо, он очень острый. Я хочу поговорить с твоим папой. Когда-то я ковал мечи, а теперь все больше косы да мотыги. Если хотите хорошее оружие, лучше езжайте в Новиград. Я хотел спросить про Ганну. Говорят, она иногда присматривала за твоими детьми. А, тетя Ганя, ты знаешь, где она? Нет, потому я к вам и пришел. Может, она вам говорила, что куда-нибудь собирается или еще что? Говорила, что надо есть брюкву, чтобы зубы были крепкими. А я видел, как она в лес пошла с какой-то другой тетей. Я тогда вышел за хату, чтобы синяк не мочить. Уже почти светло было. В лес? Тогда больше нет ее. Почему? В округе стая волков завелась. Никто из деревни в лес не заходит. Один только Неллен не боится. Но так ведь он охотник. Ты не присматривался к той другой женщине? Знаешь, кто это был? Нет. Она впереди шла. Я ее не видел. Спасибо, будьте здоровы. Как вырасту, стану мальчиком. Сударь, у нас кругом кошмары. Домовые самолеты. Дай нам спокойно пережить горе. Ведьмак! Что ты здесь делаешь? Не стоит ходить по лесу в одиночку. Я хочу тебя попросить. Перестань искать Ганну. Будь она жива, давно бы вернулась. Я дам тебе два раза постолько, сколько обещал Неллен. Только скажи ему, что Ганна умерла. Ты не хочешь знать, что с ней стало? Мне незачем себя обманывать, ведьмак. Здесь, в Велине, если кто-то пропадает на такой долгий срок, то уже не возвращается. Ганна наверняка умерла. Я хочу, чтобы Неллен примирился с этим и начал жить заново. Странная просьба. Обычно люди хотят любой ценой узнать, что стало с их близкими. А что мне это даст? Сестры мне не вернуть. А кроме Неллена, никого из близких у меня не осталось. Я не хочу и его потерять. А ведь он не успокоится, пока за Ганну не отомстит. Даже если у него вся жизнь на это уйдет. Жалко мужика. Мне очень жаль, но я не привык бросать работу. Правду о вас, ведьмаках, говорят. Нет у вас сердца.
скорее всего, сделал не человек. Раны резаны, как от длинных когтей. Здесь вырваны куски мяса. Становится интересно. Следы когтей очень глубокие. Запах разлагающегося тела и повсюду кровь. Должно быть, это Ганна. Буквально разорвал ее на куски. Точно волколак. Надо быть начеку. И следы лап. Интересно, куда они меня приведут? Зараза. Он забрался на дерево. Я туда не залезу. Может, на земле еще что есть? Эта тварь уже очень давно. Мужская одежда. Разорвана, но следов крови не видно. Зачем сдирать одежду и бросать ее в лесу? Похоже на охотничью стоянку. Едва высохло, и его сюда притащили. Интересно, откуда? Заметки. Интересно, кто их писал.
Кажется, нам надо поговорить. Это Мелин. Ликантропия может случиться у каждого. Мне очень жаль, но я должен. Ты ничего не понимаешь. Я его люблю. Он почти уже был мой. И тут объявился ты. Уходи. Оставь нас. Точно не оставлю, пока не пойму, что здесь происходит. Я люблю его. Всегда любила. Даже когда узнала его секрет. Ты... Ты знала, что я не охотиться хожу, а просто закрываюсь, чтобы переждать? Знала. И мне это не мешало. А ты выбрал Ганну. Если бы она увидела, кто ты такой, она бы бросила тебя. И мы, наконец, были бы вместе. Ты привела ее сюда, в ту ночь. Я проснулся у пещеры, и во рту у меня был вкус человеческой крови. Теперь я понимаю. Я сделала это ради нас с тобой. Она должна была увидеть, как ты обращаешься, ничего больше. Я не желала ей смерти. Поверь мне. Не верю. И в первый раз убью в трезвой памяти. Ты больше никого не убьешь. Нет! Не трогай его! Убирайся отсюда, быстро, пока я не передумал. Беги! Жаль, что все так кончилось. Это ваши дела. Я не буду вмешиваться, но если еще раз тебя увижу, убью. Нет! Пощади! Ты родную сестру не пощадила. Я говорил, что убью тебя. Я помню. Давай, убивай! В следующий раз, когда захочешь покончить жизнь самоубийством, не впутывай в свои дела других. Возьми вожжи и повесься на них. Я всегда был трусом. Сделай это, прошу тебя!
Может, получится срезать. Как вы, блядь, не научитесь? Да!
Что?